Хей, йога, и с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Секира. Короче, в прошлой серии мы убили филина, мы съебали от самурая, который находится там, на нижней части. И что у нас есть, по сути? У нас есть все части, которые нам нужны для Кура, да? И давайте так, давайте, наверное, сразу выставлю Рикешку. Сюда петарды, третий. Ничего. Так, ладно, это уберу. Поставим сюда атаку. Мне надо делать то, что должно. Так сказал божественный наследник. Должно быть, он что-то скрывает. Понимаю. Что такое? В своих мемуарах господин Такеру упоминал обезглавление. Да. Возможно, обезглавление нужно, чтобы превратить бессмертие в... Так, вместе с жизнью божественного наследника. А прервать бессмертие? Что? Если вы хотите прервать бессмертие, нужно воспользоваться клинком бессмертных, чтобы лишить жизни своего господина. Да. Господин Кура желает стать смертным. Я это понимаю. И все же, господин Волк, быть может, есть способ, при котором господин Кура не надо убивать? Наследник дракона — это необычный дар. Такой путь может быть. В таком случае, господин Волк, я прошу вас помочь мне найти этот способ. Способ, при котором господин Кура может остаться в живых. Согласиться... Нельзя допустить, чтобы Кура погиб. Нет, мой господин желает стать смертным. Можно, в принципе, согласиться. Я не допущу смерти господина. Спасибо. Надо понять, с чего начинать. Да. О, да, госпожа Томоа. Господин Волк, возможно, я знаю, с чего начинать. Я все проверю, так как только что-нибудь узнаю, дам вам знать. Спасибо. А еще, возможно, придется скрыть это от божественного наследника. Да. Окей, все, теперь дуем к наследнику. Фертешки, фейерверчики. Штичок. Так, теперь здесь. Изын. А давайте я сильнее стану стоять. Воспоминания у нас есть? Есть. Так, подожди, я хочу одну вещь посмотреть, что-то мне мало как-то вообще дают. Дают пассивный навык, самый добродетельный поступок. Увеличивает количество денег и трофеев, собираясь с врагов. Что ты насчет этого не уверен? Посвящение. Скорее всего, просто удар улучшается, да и все. Хотя... Дает пассивный навык преданность. Увеличивает время действия храмовых леденцов. А, тех, кто выкладывает, так при этом боги, защищает больше. Ну, такое на самом-то деле. Я бы вот это... А, нужно вот это, короче, вкачать будет. Я хочу юзать. Сила жизни. Огонь. Ну, скорее всего, тоже будет забирать мне эти. Как они называются? Символы, души эти. А что мне нужно здесь? Мне нужна трешка для сюрикенов. Потом здесь единица. Это хорошо. 3-4. Короче, значит, сейчас мне нужно тройку набрать. Либо тройку сразу сюда пойти. Мне кажется, это такое себе. Ладно. Сколько у нас денег? Много, я понял. Улучшить выносливость. Усилить атаку. Воспоминания битвы. Великий Синоби Филин мечтал получить силу наследника дракона. Позже истинное имя прогремит по всей Японии. Все это ради его амбиций. Так, все, мы стали сильнее. Отлично. Волк, я рад, что вы в безопасности. А Филин? Я его убил. Прости. Господин Кура, прости. Я сделал то, что должен. Волк, спасибо. Мой отец. У него было вот это.
Это ветка. Она дерево, дерево вечного цвета? Ясно. Значит, он был у Филина. Да. Мы на шаг ближе к благословению первоисточника. Да. Да. Так и есть, волк. Господин, я раздобыл цветок, который был нужен для благодения. Это. Да? Он и вправду был в опустошенных долинах? Да. В самой глубине. Так вот где воду. Так, первоисточника были глубокие. Ты молодец, что раздобыл цветок, волк. Волк, мы наконец-то сделали это. Когда мы изготовим первоисточника, ты сможешь пропитать аромат своего. А теперь положи все оставшиеся в курильницу, как пожелаете. Господин. Волк. Клинок бессмертных. Не бойся. Я сделаю неглубокий надрез. Достань клинок бессмертных из ножей. Да, господин. Прости, но я попрошу тебя закрыть глаза. Да, господин. А почему он типа просит? Почему типа это... Жестокость над детьми, да? Ах. Жестокость над детьми имеется в виду, да? Все сделано, волк. Как рано. Все нормально. Или чуть порезал себе грудь. Так, это благовение первоисточника. Оно так навевает воспоминания. Понятно. Ну как? Что-нибудь изменилось? Аромат и дворец первоисточника. Эти слова на мертвые взлетели мне в память. Дворец первоисточника. Все как и писал господин Такеру. Нам точно должно быть проход в божественное царство. Но как добраться до дворца первоисточника? Свадебное подношение со сладким запахом. Вот что было написано на алтаре с ароматным камнем. Да. Теперь ты несешь аромат благовения первоисточника. Насколько я понимаю, если ты зайдешь в святилище в пещере, перед тобой откроется путь во дворец первоисточника. С бессмертием скоро будут покончены. Я рассчитываю на тебя, волк. Как пожелаете. Еще что там? Волк, принеси мне слезы дракона из божественного царства. Да. Сначала надо спуститься в глубину пещеры, где ты нашел ароматный камень. Теперь ты нанесешь ароматное благословение первоисточника. Несколько я понимаю, если ты выйдешь в святилище в пещере, перед тобой откроется путь во дворец первоисточника. Как пожелаете. Так, окей, что мы делаем? А давайте-ка мы с вами сейчас отдохнем. Отдохнуть? Язык пересыхает. Поднимемся наверх, поговорим с ней. Господин Волк, я кое-что нашла. Вот здесь. А записка Томоэ. Записка написана госпожой Томоэ. Господину Такеру все хуже. Я хочу только одного. Разорвать узы бессмертия и вернуть его человеческий облик. Для ритуала нужны вечный цвет и клинок. У меня есть вечный свет, но нет клинка. Его спрятал главный жрец храма Сэмпо. Он не желает, чтобы узы бессмертных были разрушены. Очищение? Да. Тут написано. Есть способ разрушить узы крови драконов и вернуть их обладателям в обычное состояние. Для этого нужен цветок вечного цвета. Как я уже говорила... Вечный свет — это сакура, привезённая из божественного царства господину Такеру. Но кто-то срезал с него ветку и забрал цветы себе. После этого вечный свет увял и засох. Так что теперь его уже нет. Если дерево больше не существует, то и цветок его тоже нет. Верно. Но... Цветы были на украденной ветке. Так что если ее найти, эта ветка вечного цвета, она была моего отца, господина Филина. Но на этой ветке нет цветов. Что такое? Ничего.
Я просто пытаюсь вспомнить времена, когда цвет вечно цвет цвел. Но как ни пытаюсь, все словно в тумане. Могилы. Что? Пожалуй, я навещу могилы господина Такеру и госпожу Томоэ. Там когда-то и рос вечноцвет. Возможно, там я и что-нибудь вспомню. Окей. Знаете, где это место находится? О котором она говорит. Так, давайте, наверное, все сокращение пути сначала открою. Могила — это там, где куда мы тэпались тогда. Где мы убивали самурая вот этого при предыдущих сериях. Поэтому я хочу тэпнуться в три места. Первое — это телепортироваться за рисом. Да-да-да, мы пойдем все-таки еще за рисом. Так, давайте, наверное, сразу за рисом. Сначала со зрелищем за рисом сходим. А потом мы с вами куда сходим? На могилы. На могилы там, где самурай, где у нас еще, короче, стоит копьеносец и обычный воин. Где еще, короче, мы с самураем дрались, который нас очень долго преследовал. И который нас не потерял. Что самое странное. Гнерис. Она ж не храпит, она сопит. О! Синоби, божественный наследник, я ждала вашего возвращения. Попросить рису. Прошу простить меня, Синоби, божественный наследник. Рис еще не готов к сбору. Когда придет же... Блядь. Я думал, рис меня уже подогонит. Ну ладно. Обидно. Переместиться. Жамакасином. О, все, у меня все открыто. Так, и нам нужно с вами тэпнуться. Блин, мне нужно будет сюда еще вернуться, убить того все-таки. Просто у меня глаза не мозолил. Так, вот сюда нам нужно, к могиле. И там, короче, стоит две могилки. Скорее всего, это они и есть. Потому что больше я в этой локации никаких могил не находил. Поэтому сейчас телепортируемся, поговорим. А, мы же не должны скоро говорить. Значит, с ней все обсудить нужно. Так, у нас есть меч, подождите, у нас есть цветок. И что мне делать? Как мне узы бессмертных разорвать? Нужно мне тогда сходить еще к этому. К резчику, там где вот тот бессмертный челик. Здорово. Ох, неужели нет другого выхода? Здравствуй. Господин Волк, давно вы тут стоите? Ты что-нибудь вспомнил? Боюсь, ничего. Ничего? Да. Простите, я не смогла вспомнить ничего важного. Возможно, поможет мой старый друг. Я схожу в старый храм навестить Ранту... Рантану? Да, это давнее прозвище резчика. Ты что, серьезно, цветов нету? А, вот здесь оно росло. Понятненько. Так, значит, нужно к резчику отправляться. Хорошо, отправляемся к резчику. Так, переместиться. А, как раз мы же хотели туда, ведь так? Вот, мы туда идем. Блин, мне нужна хорошая концовочка, поэтому... Как-то так. Да-да-да. Только я теперь не знаю, куда мне идти. А, у нас же этот есть. Точно, вспомнил. Ладно, подслушаем. Эмма, что ты тут об этом думаешь? Даже и не знаю. Чтобы расстаться с бессмертием, либо он, либо господин Кура должен умереть. И почему все должно быть именно так? Ну так что?
Ты ему расскажешь? Ну, Рагунтан, если я ему расскажу, он точно выберет смерть? Ну, это-то да. Тут соглым. Мы же идем на самую хорошую концовку. А, вот и вы, господин Волк. Резчик смог помочь? К сожалению, нет. Боюсь, нам придется искать другой подсказки. А дай самичка, только спросить о том, что вы услышали. Один из нас должен умереть? Что ты имела в виду? Разве вы не поняли? Объясни. Я все видела. В тот день под ветвями вечного цвета госпожа Томоэ пыталась лишить себя жизни. Почему? Она сказала, тот, кто обрел бессмертие через клинки наследника дракона, становится бессмертным для своего господина. Значит, чтобы быть, возможно, так, ритуал очищения, тот, кому дана часть наследника дракона, должна умереть. Да, именно так. Но она не смогла исполнить ритуал очищения. Верно. У нее не было клинка бессмертных. Я не хочу терять господина Кура. И вас тоже. Но все наши поиски завели нас в тупик. Спросить, что она скрывает. Что ты скрываешь от меня? Значит, вы слышали. Объясни. Делай, что должна. Я буду следовать этому правилу, как и мой господин. Вот. Колокольчик отца. Угу. Амулет, который раньше владел Филин. Филин долгое время носил этот колокольчик с собой. Если преподнести его в Дарбуди... Ага, в разрушенном храме. Возможно, он подгрузится в новые воспоминания. Не то, что было ранее. Никто не знает, зачем он был нужен. Возможно, Филин собирался хранить его. Возможно, хотел его кому-то отдать. Так, а вот здесь вот начинается сложно, ребят, потому что я, как скорее всего, понял, мы будем сражаться с Филином снова. Это значит ГГ. Будем в разрушенном храме. Это колокольчик? Если не ошибаюсь, он был с собой у Филина. А вас, господина Филима, много связывало. Возможно, если вы поднимете этот колокольчик Буди, ваше будущее сложится иначе. Я попробую. Я не знаю точно, что за воспоминания будет. Но колокольчик принадлежит господину Филину, так что будьте осторожны, пожалуйста. До свидания, господин Волк. Так, давайте, пока я не ушел, я замочу такую вещь. Здравствуй, друг. Хотел что-нибудь купить. Давай, что у тебя есть? Что у тебя есть? У тебя нету уже... А, нет, сейчас посмотрим. Не, у него ничего нету. Ну, блин, это чертежи. У нас с Абимару уже есть. Трехэтажная погода. Встречаемся в следующий раз. Отношения нам никто еще не хочет делать. Это меч у тебя за спиной. Что это за меч такой? Сказать ему о клинке бессмертных. Клинок бессмертных. Что? Он существует? А ты не... Ты не мог бы снять мое проклятие? Окей. Хорошо. Непременно. Спасибо. Такой мастер меча, как ты, мог бы даровать мне мгновенную смерть. Правда ведь? Представь это. Чудесно. Я должен поблагодарить Такидзе. Я подготовлюсь к загробному миру, когда мы встретимся в следующий раз. Я буду готов. Не, что, хотите, мы еще сейчас его грохнем. А потом отправимся. Отдохнуть. Давайте тогда так и поступим. Или подождите, или мне нужно сначала посвятить меч. Ты уверен? Я наконец-то могу умереть. Позор мне за то, что я убил себя после смерти господина. Наконец-то. Ты уверен? Да. Я хочу, чтобы ты убил меня. Как пожелаешь. Давай же. Всяки. Прощай. Короче, видите, вся херня это в жуках.
И... фальшивый зуб. Фальшивый зуб с тайным синим ядом. Многократное действие. Чтобы принять его, нужно как можно сильно надавить на фальшивый зуб коренных зубов. Смерть наступит мгновенно. В определенной ситуации это может быть весьма кстати. Не стоит не на... так. Не стоит и напоминать, что многократное действие яда обычно не пригождается. Ящик все еще пуст. Короче, что зуб позволяет? Нам умирать. Часом мы кусаем, мы вздыхаем. Но при этом мы, по идее, не должны что-то какой-то там... какую-то херню там тратить. Или она влияет на воскрешение. Давайте сейчас с речиком поговорим. Истинный волк. Там выбирает, кого разгрызть. Вижу по твоему лицу, что ты свой выбор сделал. Блин, мне нужно вот это, и я пойду убивать уже призраков. Короче, давайте воспоминания сходим. Вернемся. Блин, нужно и это будет искра пурпурного. Монетки я точно не буду. Мне так денег не хватает. А то еще буду деньгами кидаться. Тогда до встречи, Кришна, головной для тебя здесь будет найден. Ну, поехали, помолиться. Или у меня сразу... подождите. Это точно то дело, что нужно? Сейчас уже все сразу изменится или нет? Ну, меня переносят. Поместье Хирата. Да ладно. Я думал, я тебя убил. А, круто. Классно. Это тот, кого мы убивали с вами. Я не хочу заново с ним драться, слышите? Он жесткий. Он жесткий. А значит, нет. Он жесткий, я с ним не хочу драться. Так, а теперь вспомните, где тут дерево, чтобы подняться. Ой, только не врите, что буду драться со всеми теми, кем уже драл. Здесь нет. Так. Это легко, видите? Ха-ха-ха-ха. Так, туда, я думаю, лучше не стоит суваться. Готово. Так, потом мы сюда, да, пошли?
тут у нас был самурай. Или не стоит? Круто. А давайте, знаете, что мы сделаем? Так, где у меня леденцы скрытности? Леденцы, леденцы скрытности. Хера, у них 41. Так, повышает урон, наносящий запас жизни и концентрации противника, расходует такой леденец, так-та-та-та. Вот это можно будет юзать, у них слишком много. Вот это, да, главный жрец, когда... храм теперь выполняется. Так, леденец затягивает звуки и скрывает ваше присутствие. Если сейчас они меня потеряют, мы с вами заюзаем и отправимся. Так, кажется, там никто не ходит. Хорошо. Так, отлично. Отдыхаем. Так, смотрим, чтобы здесь больше никого нигде не было. Так, убиваем. О. Я просто не видел, кто там еще. Да блин, он меня бесит. Ладно. Он ждет, чтобы я сдох, да? Бам, я такой. А чё он такой жесткий? Понимаете, это просто рядовой враг. Меня он бесит. Thank you.
А, ничего, что вас двое уже. А, классно, да? Ну, в принципе, я знаю, какую я тогда аватарку, ну, типа этот, превьюшку поставлю. Давайте тогда на этом закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, снова говорю. Ну, короче, всем пока.